Добро пожаловать на наш канал Hardrest Info. В данном видео я вам расскажу, как выйти из режима Fastboot на устройстве Nubia Focus Pro. Как можете заметить, мы находимся в режиме Fastboot. Для того, чтобы выйти, используем кнопки увеличения и уменьшения громкости и спустимся до пункта Power Off и нажмем на кнопку питания. Наше устройство выключилось, и нажмем на кнопку питания для того, чтобы его включить. И подождем, как наше устройство загрузится. И как можете заметить, мы вышли из режима Fastboot. Большое спасибо за просмотр данного видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш YouTube канал, и до новых встреч!